Всем доброе утро. Прошла неделя, даже больше, 11 дней прошло, как переехали на подсолнух. Вот, предыдущая съемка была вот на этом поле, и не могли понять, что здесь цветет. Вот такие вот цветочки, листики. Вот, ну, за эти 10 дней вот появились и плоды. Это или горох, или какие-то бобовые. Вот, точно сказать не могу, но что-то связано с горохом. В общем, какая-то культура бобовая. Вот. Стрючок еще этот маленький, там ничего в нем нету. Вот. Завязи никакой. Вот. А как точная культура называется? Не знаю, надо искать в справочниках. Вот ночью был шторм. Сейчас все это дело развеялось под утро. Жуткая влажность стоит. Посмотрим, что будет на весах. Всем удачи, до новых встреч!